О боже, блогер, ты хочешь это украсть и тупо скопировать? Сегодня я увидел вот такую работу, которая набрала 4,5 миллиона лайков. Я вдохновился, долго не думал и решил сразу же взяться за дело и повторить такой рисунок. Сейчас сразу же посыпятся комменты, что это будет очередная никчемная копия. Ты просто гнусная копировальная машина, лучше бы придумал что-то свое. Но знаете, мне плевать на тех, кому просто завидно. И кроме негатива они ничего не могут. Если хочешь научиться рисовать, все равно придется за кем-то повторять и кого-то копировать. Тем более я не тупо скопировал, а смешал стили и добавил щепотку своего. Да и к тому же у меня есть куча работ в моем уникальном стиле каллиграфии и комплетионизма, где мне всегда ставят по 1 миллиону лайков и по 2 миллиона лайков. Думаю, что и эта работа не останется без 1 миллиона лайков и новых подписок. Тем более иногда полезно разбавлять свое творчество, чтобы не зачахнуть. Всех люблю, всех обнял, пока-пока.